Здравствуйте! А сегодня я хочу показать вот такой вот мотив. Это вот из мотивчиков состоит вот такая лента кружевная у меня. И я шить буду платье, и будут вот такие вот вставки. Поэтому хочу показать вам, поделиться с вами. Вы можете использовать уже на готовом платье, например, сделать такую вставку. То есть вот сделать кружево, связать большое. Большую полоску, которая собирается просто из маленьких мотивов. Некоторые переживают, когда вяжут мотивы. Вначале у меня тоже была такая мысль, что мотивы невыгодно вязать, это рвется все время нитка, как бы отрезаешь. Вот, а потом, что с этими кусочками делать, не распустишь. Вот я хочу сказать так, что мотивы распускаются так же, как и основное изделие, только наоборот, здесь еще легче, здесь не нужно распускать весь мотив, а можно распустить только последний ряд и переставить эти мотивы как хотите. Из прямой полоски сделать квадрат и там сделать шаль или из шали кофту, то есть распускается только один ряд, переставляется и собираются они по-другому. Соединяются мотивы один к другому по ходу вязания, поэтому последний ряд распускается. Если вы его будете пришивать, есть способ соединения мотивов, это просто пришивать иголочкой, можно и так, тогда нужно будет просто распороть соединительные точки и потом начать пришивать их в другом виде собрать. То есть даже перевязывать не надо. Вот такая вот у меня есть схема. Она... У меня вот на бумаге вот такая вот несложная, совсем небольшая схемка. Она интересная. Вот на ней, с помощью ее я и связала. Вы можете себе сделать стоп-кадр, остановить, сфотографировать и тоже распечатать на бумагу для удобства работы с ней. Я вам покажу сейчас, как с ней работать. Первый ряд нужно на кольцо амигуруми. И вот таким образом провязываю столбики без накида. Просто по кругу. Столбиков без накида надо провязать 12. Поэтому я провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И 12 столбиков без накида провязали, соединяем их. Вот этот столбик я провязала, и вот первый столбик мы в него заправляем, заходим в петлю, вытягиваем ниточку и протягиваем ее сразу насквозь. Таким образом мы вот перешли сразу в первую петлю, поднимаемся наверх и делаем 3, нет, здесь по рисунку идет вот 5 воздушных петель между точками, 4 таких нужно перемычки сделать. Вот мы первую мы не считаем, первый столбик, потому что потом мы будем соединять, там тоже будет эта точка. Поэтому сейчас мы считаем вторую как первую. 1, 2, 3, 4, 5. То есть всего 6 воздушных петель набрали, развернулись. Теперь нужно отсчитать 1, 2 в третью, продеть и провязать столбик без накида. Снова 5, 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель провязали. Снова 1, 2, в третью присоединились, провязали. Снова 1, 2, 3, 4, 5. И опять соединились, провязали. И последний раз 2, 3, 4, 5 соединились и привязались вот тут в последнюю, перед вот этим вот нашим соединением, в последнюю петлю присоединились. Теперь делаем 1, 2, 3 петли подъема. Здесь по рисунку идут столбики с накидом, поэтому 3 петли подъема. И дальше нужно провязать, то есть 8 столбиков. Провязываем 8 столбиков с накидом. Первый считается вот эти 3 петли подъема, поэтому считаем уже 2, накид 3, делаем накид 4, 5, 6, 7,
8, провязали 8 столбиков с накидом. Дальше делаем вот по схеме, здесь идет соединение, вот оно идет, 3 воздушных петли и снова 8 столбиков с накидом. И так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3 воздушных петли, накид и снова 8 столбиков с накидом в следующую ячейку делаем. И так вяжем до конца ряда. И так вот я провязала 4 раза по 8 столбиков с накидом, 3 воздушных петли между ними. И последнее соединение, поскольку здесь дальше идет вот из этой точки у нас в разные стороны идут воздушные петли, нам нужно оказаться посредине вот этого соединения. Поэтому делаем одну воздушную петлю, делаем один накид, зацепляемся вот тут за первую петельку первого столбика и провязываем этот накид тоже. И теперь соединяем вместе. Мы получили эту воздушную цепочку и оказались на вершине этой цепочки. Дальше делаем 4, 1, 2, 3, 4 воздушных петли и разворачиваемся. Здесь по рисунку идет 4 воздушных петли, и дальше мы вяжем вот тут столбики без накидов. Опять идет 4 воздушных петли, соединение, снова 4 воздушных петли. И так далее. Будем вязать так. Развернулись. И теперь нужно первую пропускаем, во вторую петлю провязываем столбик без накида. 1, дальше 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 столбиков без накида. Последнюю мы тоже не провязываем. Было 8 столбиков с накидом. Теперь 6 без накида. Дальше вяжем 1, 2, 3, 4 воздушных петли и присоединяемся столбиком без накида в середину цепочки. Дальше опять 1, 2, 3, 4 воздушных петли и продолжаем точно так же вязать, как вязали уже первый лепесток. Здесь вяжем точно так же 6 столбиков без накида вяжем и снова 4 воздушных петли, которые присоединяем столбиком без накида к цепочке, и так далее вяжем до конца ряда. Вот я провязала четвертый такой листик, и теперь делаем, здесь у нас теперь должно быть 4 столбика, чтобы присоединиться сюда, но здесь по рисунку опять у нас получается из середины вот этой вот перемычки, вот они, мы опять должны будем делать столбик, воздушные цепочки вот эти. Поскольку нам нужно оказаться на серединке этой цепочки, мы делаем 2, 1, 2, 2 петли подъема, делаем накид, соединяемся вот сюда в середину, где мы начинали вязание, вот тоже в эту цепочку, видите. И мы получим как и вот тут, так и здесь 2 цепочки из воздушных петель, 2, 2 ячейки, и оказываемся на вершине одной из них. Дальше мы вяжем 1, 2, 3, снова 4 воздушных петли по рисунку идет, и снова разворачиваемся и переходим вязать опять полустолбики, продолжаем вязать лепесток цветочка вот этого четырехлистного. Для этого мы вяжем столбики без накида. Без накидов теперь уже 4 штучки. Опять же, во вторую петлю первую провязываем и последнюю не довязываем. Образовываем вот этот треугольничек. 1, 2, 3, 4 воздушных петли провязали. Снова зацепились за первую ячейку. Теперь вяжем 5, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. По схеме здесь вот идет большая воздушная петля цепочка. Мы вяжем 5 воздушных петель, снова соединяемся вот тут во вторую ячейку, снова 1, 2, 3, 4 воздушных петли и продолжим вязать снова второй уже лепесток. Так вяжем до конца ряда. 1, 2, 3, 4, соединились. 1, 2, 3, 4, 5, соединились. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вяжем. Вот я провязала последний, четвертый листик и присоединилась сюда. Теперь у нас должна быть вот эта средняя соединительная ячейка из 5 воздушных петель. Поэтому мы провяжем 1, 2, 3 воздушных петли, делаем накид и сделаем вот так вот цепочку. Немножко уходит в сторону
вот это длиннее, эта сторона короче. Но нам так и надо, потому что здесь мы сейчас 1, 2, 3 петли подъема развернемся и будем на этой вот цепочке делать вот такие вот столбики с накидом. Для этого сейчас вот на этой более развернулись, и вот более длинная часть попала нам как раз сюда, где мы сделаем эти столбики. Для этого сейчас делаем накид, и получается уже второй столбик сделали с накидом, цепочка считается первой. Дальше идет 1, 2, 3 воздушных петли, и снова 2 столбика с накидом, 1, 2 в эту же ячейку. Вот таким образом мы сделали 4 столбика с накидом, плюс цепочка из 3 воздушных петель, и все это в одну ячейку из 5 воздушных петель у нас. Дальше мы делаем 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, поскольку здесь расстояние у нас удлиняется. Мы соединяемся. Дальше снова 4, 1, 2, 3, 4 воздушных петли. И провязываем, вот тут заканчиваем лепесток, мы провязываем теперь только 2 столбика без накида. Заостряем таким образом этот самый листик. Дальше 1, 2, 3, 4... воздушных петли, соединяемся в первую ячейку столбиком без накида. Дальше опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, делаем накид, и в среднюю вот эту ячейку мы провязываем 2 столбика с накидом, 1, 2, 3 воздушных петли, снова 2 столбика с накидом, 1, 2, опять 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Присоединимся сюда к ячейке. 1, 2, 3, 4 воздушных петли. И провяжем 2 столбика без накида, то есть лепесток уже следующий. И так вяжем до конца ряда. Мы получаем четырехугольник, видите, квадратик такой, вытягиваются уголки у нас уже. И мы продолжаем вязать. 4 воздушных петли, соединились и так далее. Итак, вот я довязала до последнего соединения, вот 4 столбика с накидом в ячейку, и дальше у нас вот уже в ячейке провязаны вот эти столбики с накидом. И у нас здесь должно быть 5 воздушных петель, для того, чтобы перейти дальше по схеме, и мы будем вязать последний ряд. Вот у нас здесь 5 воздушных петель, но из нее мы опять вяжем 5 воздушных петель и делаем столбик сюда, либо 4 воздушных петли и возвращаемся обратно на центр. Здесь у них вот по схеме показано снова 4 воздушных петли сюда в середку, обратно вот так сюда. Я это убрала. Оно получается некрасиво и неудобно, очень густо и неудобно при соединении мотивов. Поэтому я просто сделала здесь 4 воздушных петли соединения. И все вот такое напрямую. Оно получается удобнее. Вот у меня именно так провязаны вот эти вот все мотивы. И так получается лучше соединение ложится, и нет лишнего вот тут вот еще пузырька, который здесь совершенно лишний, мешает. То есть сейчас нужно сделать, продолжим вязать, и для этого мы провяжем сейчас 1, 2, 2 воздушных петли, сделаем двойной накид, соединимся вот тут и сделаем тоже 2 воздушных петли провяжем. Теперь соединим все вместе, это будет 5-я. Дальше мы делаем 1, 2, 3, 4 воздушных петли, разворачиваемся, соединимся вот сюда в ячейку, присоединились. Дальше теперь мы снова сделаем 4, 1, 2, 3, 4 воздушных петли и присоединимся уже во вторую ячейку следующего уголочка. Дальше 1, 2, 3, 4, соединимся с этой ячейкой. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, и мы будем формировать уже вот этот уголок по схеме. Это снова вот такой вот уголок из столбиков с накидом. То есть мы сейчас делаем столбики с накидом вот в эту ячейку между столбиками уже с накидом, которые ниже рядом идут. 1, 2, провязали, делаем 5 воздушных петель. 1, 2, 3. Я делаю 2 воздушных петли, потому что я буду сразу соединяться. У меня соединение будет идти с двух сторон. Я соединю в кольцо оба конца моей цепочки, покажу. Если вы вяжете только один, вы можете соединиться с одной стороны и закончить вязание
я буду соединяться с двух сторон. Поэтому я провязала 2, третья петля — это вот это, снова я провязываю 2, это будет 5 воздушных петель вот тут. Делаю столбик с накидом и заканчиваю вот этот рисунок. 1, 2. Вот так я присоединилась к этому мотиву. Следите за тем, чтобы мотивы присоединялись одной стороной, то есть лицевая сторона и изнаночная, чтобы были одинаковы. У меня это вот как раз продолжение этой стороны, поэтому я продолжаю вязать именно так. Дальше у нас идет цепочка 5 воздушных петель. Я делаю 2 столбика, 2 воздушных петли, присоединяясь к этой цепочке, что уже тут есть провязано. Дальше снова делаю 2 воздушных петли, присоединяясь к цепочке, которая здесь провязана по рисунку. Снова продолжаем 2 воздушных петли. Тут при соединении все время делаем 2, потому что 4 у нас не получится. Будет нечетное количество, будет неровно. Поэтому во время соединения мы провязываем не 4 воздушных петли, а 5. В данном случае снова 1, 2, соединяемся к следующей здесь. Снова 1, 2, присоединяемся сюда по рисунку. Перешли вот этот с одного уголка на второй. Снова 1, 2, соединяемся здесь к провязанной цепочке. Снова 1, 2, присоединяемся сюда к провязанной цепочке. Опять 1, 2, присоединились вот сюда к провязанной цепочке, а здесь мы просто образовали цепочку из 5 воздушных петель. И теперь делаем 1, здесь вернее 2 пока воздушных петли, еще 1, 2, будет вот 5 воздушных петель. И мы продолжим вязать теперь столбики с накидом. 2 столбика с накидом, 1, 2 соединения, и провязываем в ячейку напротив в этом мотиве. Снова 1, 2, это у нас будет цепочка из 5 воздушных петель, и продолжаем сюда. Опять 2 столбика с накидом провязали. Дальше уже вяжем по рисунку. Эта сторона у меня никуда не присоединяется, поэтому я вяжу по рисунку 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель, соединились. 1, 2, 3, 4 воздушных петли, соединились в ячейку. 1, 2, 3, 4 воздушных петли, перешли на второе, на второй уголок, на следующий вернее. 1, 2, 3, 4 соединились. 1, 2, 3, 4, 5 сделали накид, и в эту ячейку провязываем теперь столбики с накидом. 1, 2 провязали. 1, 2 делаем цепочку из 5 воздушных петель, если продолжаем вязать до конца. Но поскольку я говорила, что я буду соединять в кольцо вот эту всю мою длинную, она у меня будет пришиваться, к ней будет юбка внизу, сборка. И вот теперь я напротив присоединюсь вот так сюда. Я соединяю обе стороны моей каймы вот этой вязаной. Дальше 2 мы соединили, и теперь мы снова продолжаем вязать по рисунку. 2 столбика с накидом в этот уголочек провязали. Дальше делаем 1, 2, соединяемся с цепочкой напротив. 1, 2, соединяемся с цепочкой в своем квадратике. Снова 1, 2, цепочка напротив. 1, 2, цепочка своя. И опять 1, 2, цепочка напротив. 1, 2, цепочка у себя в квадратике. 1, 2, цепочка напротив. 1, 2, у себя в квадратике. Вы понимаете, что если мы не привязываемся, то мы просто вяжем, как вот тут вязали цепочки. Снова 1, 2, привязываемся к квадратику. 1, 2, делаем столбик с накидом и начинаем вязать узор. 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом. 1, 2, соединяемся с уголочком напротив. 1, 2, возвращаемся на свой квадратик и закончим эту сторону. Вот тут у нас вот начало, нам нужно его закончить рисунок. Мы 2 делаем 2 столбика с накидом в эту же ячейку. 1, 2.
И теперь у нас 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 3, 4, 5 провязали. И соединимся теперь в эту точку. Протянем еще разочек сюда же. Закрепим ниточку. Отрезаем нить. И прячем ее между этими. Вот так вот все. У меня он лег хорошо. Вот так получилось соединение двух частей одной длинной вот такой тесьмы вязаной. И вот эта вот часть еще нужно ее разутюжить. И получается вот такая вот ленточка. Не широкая ширина у нее получается вот. Я растягивала так, потому что у меня так будет оно пришито. А так оно получится, наверное, сантиметров вот 8 сюда и 8 сюда. В итоге получится по 8 сантиметров, если вот полностью его разутюжить как квадрат. У меня немножко разутюжено оно в длину для тесьмы. Так удобнее будет смотреться и ложиться. Я поэтому сделала так.